Ребят, всем привет! Меня зовут Владимир, компания Лидер НН. Смотрите нас на канале Лидер НН Лайф. И сегодня у нас на обзоре новинка. Пришли они на днях. Это Dancebox 200 под артикулом 2007. Это полный аналог Electronic 822, Electronic 818. Значит, у нее вот такая сочная, красивая упаковка. Давайте сегодня вскроем. Посмотрим комплектацию и посмотрим, ничего ли не изменилось. Так, фронт коробки. Dancebox 200. Два динамика по 8 дюймов. Bluetooth с флешкой SD радио AUX TWS. Нарисована сама колонка. Комплектация и функция ТВС. Две такие колонки можно связать между собой без проводов. Сбоку все так же красочно. Функция FM радио, запись Bluetooth, ТВС. Аккумулятор 4,5 ампера, свинцово-кислотный. Есть приоритет микрофона. Активная подсветка. Два динамика 8 дюймов. Мощность 300 Вт. ПМПО, РМС 30 Вт. Габариты коробки. Все функции внизу описаны. Давайте вскроем. Посмотрим, что идет в комплектации. Итак, колонку я достал. В комплект поставки входит два радиомикрофона. Не один, а два. Инструкция на русском языке с иллюстрациями, AUX кабель, сетевое зарядное устройство, автомобильное зарядное устройство, крокодильчики на 12 вольт, пульт дистанционного управления. Подсветка здесь динамическая. Давайте ее поближе посмотрим. Подсветка круговая. Динамики закрыты металлической сеткой, она не проминается. Два динамика по 8 дюймов и в центре твиттер. Сверху ручка для транспортировки. Сзади телескопическая ручка. FM-антенна. Вот часто просят, чтобы была FM-антенна. FM-антенна полуметровая. Громкость колонки, высокие частоты, басы. Эхо на микрофон, громкость микрофона. Громкость гитары. Приоритет микрофона, микрофонный вход, гитарный вход. Включение колонки, включение подсветки. Двухканальный AUX-вход, зарядка заряжена-разряжена, AUX-вход стандартный, зарядка 12 вольт, зарядка 220 вольт. Колесики для транспортировки. Ее можно вот так перекатывать, справится даже ребенок. Также сзади microSD вход флешка вставляется, USB, SD, переключение режимов, запись. Репит, переключение, перемотки, плей-пауза, наша ТВС. Такие колонки можно соединить до двух штук в пару. И не обязательно, что это будут две колонки такие 2007. Можно с 2009 и с 2005 их соединить. Ну что, давайте послушаем ее. Ну что, я включаю петличный радиомикрофон, включаю рок, попсу, смотрим, как это все в комбо с лазерами. Лазеры у нас продаются от 1450 рублей. Можно купить, будет классное световое шоу. Погнали! Очень яркая подсветка. Сам по высоким отлично отыгрывает колонку.
зеркала. Кроме всего этого, она ставится на такие штативы. Штативы у нас продаются, они недорогие. Высоко ставятся, еще плюс можно эту часть поднять. Вот, вот здесь будет колонка. Куда угодно, на любую высоту. Сейчас нам большой высоты не нужно. Вот так ее оставим. Внизу колонки вот такой стакан под штатив. И он закручивается, фиксируется плотно. Вот так вот на штативе она круто, здорово смотрится. Напоминаю, что есть у нее функция ТВС. Такие колонки можно поставить на штативы и расставить их, соединив их по ТВС без проводов. Ничего путаться, мешаться не будет. Все управление будет со смартфона. Ну что, давайте я предлагаю проверить радиомикрофон комплектный. Вот сейчас вам хуже меня слышно, потому что я включил критичный микрофон. Вот вставил батарейки. Раз, 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 два, три. Все прекрасно слышно. Добавлю эхо. Раз, 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 два, три. Прекрасное звучание. Можно во второй микрофон поставить батарейки и вместе подпевать караоке. Ну что, давайте подведем итоги. Колонка звучит отлично. Особенно классно, мне очень понравилось, отыгрывает рок. Потому что на некоторые колонки они давят высокие частоты. Их не слышно. А в роке оно именно нужно. Хотя это все дело тут регулируется. Басы высокие. Функция ТВС. Радиоприемник. Я пока включу радиоприемник, чтобы настроиться, потому что кто-то просил меня показать, как же работает радио. Вот, я достал телескопическую антенну, сейчас идет автонастройка, уже нашлась первая станция. Значит, два радиомикрофона, зарядка от сети, зарядка от машины, AUX-кабель, пульт дистанционного управления. Не обязательно к ней постоянно подходить, просто можно вставить флешку, переключать с пульта. Стоит она до 15 тысяч рублей. Вот номера телефонов WhatsApp и Viber. Высылайте запрос по ценам, по характеристикам. Нужно фотографии, отдельную видюшку снять какую-то, без проблем. Подписчикам каналов всегда есть скидки. Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен, Инстаграм, Ютуб канал, Телеграм, ВКонтакте и ТикТок. Ну что, вот настроился радиоприемник. Давайте посмотрим, сколько каналов он поймал. Так, прибавлю громкости. Гуманитарных исследований РАМ ХИГС. И в обратном порядке. 32-й плохо ловит. 31-й тоже. Вот 30-й. Радио Шансон. Вторая волна хорошо ловит. Друг себе. Третья. Пятая. Шестая. И официант. Восьмая. Девятая. Десятая. Одиннадцатая. Тринадцатая. Тринадцать. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Из 32 волн хорошо ловит 23 волны. Это город Нижний Новгород. Ну что, обзор этой модели подошел к концу. Модель называется 2007. Она компактная, 50 с небольшим сантиметров. Два радиомикрофона, все идет в комплекте. Стоит недорого. Доставка по России у нас бесплатная. Скидка всегда подписчикам есть. Если видео понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.